Известный российский продюсер Александр Цекало отметил 58-й день рождения. Естественно, вместе с женой, моделью Дариной Эрвин, которая младше его на 30 лет. Влюбленные отправились в Италию. Семейная пара, которая совсем недавно узаконила свои отношения, посетила ряд галерей на Апеннинах, а также несколько шикарных ресторанов. Также влюбленные совершили тур по небольшим итальянским городкам, разглядывая местные достопримечательности. Судя по всему, Цекало и Дарина Эрвин без ума от Италии. Во всяком случае, Новый год они отметили в столице этого государства, Риме. Тогда влюбленные целовались прямо на улочках, не особо переживая, что о них думают проходящие мимо люди. Впервые Цекало и Дарину Эрвин заметили вместе в конце 2018 года в одном из московских ресторанов. На тот момент еще не было известно, что продюсер развелся со своей супругой Викторией Галушкой, которая является родной сестрой певицы Веры Брежневой. Позже Цекало понял, что скрывать роман нереально и во всем признался. По его словам, с Галушкой они уже давно расстались и сейчас у него новая любовь. При этом продюсер отмечал, что не перестанет заботиться о своих детях от предыдущего брака. О новой супруге Цекало известно не так уж и много. Ранее Дарина проживала в США, где снималась в эпизодах в голливудских фильмах. Также девушка работала моделью, а сейчас она увлекается рисованием, сообщает StarHit.